Карагандинцы взяли в руки лопаты и пустились на уборку города. Накануне 40 тысяч жителей приняли участие в общегородском субботнике. Общими усилиями горожан было ликвидировано 11 несанкционированных мусорных свалок, посажено 700 различных деревьев, а площадь убранной территории составила более 10 тысяч гектар. В уборке принял участие наш корреспондент. За лопаты, грабли и веники взялись не только простые карагандинцы. В строю за чистоту был аким Бауржан Абдишев. Он сегодня при параде. Как сообщил градоначальник, уборка была организована во всех районах города. Площадь убранной территории составила почти 10 тысяч гектаров. Для вывоза мусора были привлечены 70 единиц автотехники. Аким города лично посадил несколько саженцев хвойных. Отметим, что в Караганде в рамках общегородского субботника было высажено около 2000 различных видов деревьев. Вместе мы сделаем наш город краще, чище и лучше. В рамках общегородского субботника был открыт сквер строителей. В ходе реконструкции сквера был проведен большой объем работ. Выложена брусчатка, установлены скамейки, урны и световые опоры. Здесь появились две детские площадки и фонтан с подсветкой. Я думаю, это станет еще одним местом отдыха именно для этого региона. Мы максимально постарались здесь создать условия для отдыха людей, для прогулки и, самое главное, для зоны отдыха для наших детей. Две детские площадки. В перспективе есть эту работу продолжать. У нас по плану этот сквер должен продлеваться до улицы Пеканальной и в эту сторону до улицы Мухановой. Отреставрировали многострадальный памятник, который долгие годы портил общий вид всей аллеи. На реконструкцию сквера строители затратили более 100 миллионов тенге. Сумма внушительная, но произведенную работу горожане оценили. Очень нравится. Столько лет у нас ничего такого похожего не было, но сейчас такая красота. И внука приводим сюда, чтобы посмотрел, погулял. Ну, я смотрел, я еще не видел, чтобы в скверах были такие качели. Еще не видел ни в одном сквере. Есть качельки, есть где посидеть чисто, и нет взрослых. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».